Проблемы с алкоголем, похмелье, тревога и депрессия, опухшее лицо, бессонница, распавшаяся семья, стыд, неприятности на работе и долги – это чувство свидетельствует о чрезмерном и неконтролируемом употреблении алкоголя. И, как известно, в современном мире алкоголь мешает полноценно жить очень многим людям. Не секрет, что при регулярном употреблении крепких напитков у человека происходит повреждение мозга, в результате чего без опьянения он больше просто не способен ощущать радость, удовлетворение и счастье. Латвийские ученые в сотрудничестве с Латвийским институтом органического синтеза создали уникальный 100% натуральный препарат Фацекс, который способствует восстановлению угнетенной алкоголем умственной и физической работоспособности, сохранению здорового сна, позитивного настроения, укреплению природного иммунитета организма и благоприятно воздействует на центральную нервную систему. Фацекс создан по принципу восстановления организма, чтобы стимулировать хорошее самочувствие, энергию и работоспособность, чтобы способствовать уменьшению тяги к алкоголю и стимулировать мотивацию к ведению трезвого образа жизни. Ведь, как известно, едва человек начинает эмоционально, духовно и физически чувствовать себя лучше, у него уменьшается желание напиться, а при приеме Фацекс медленно, но стабильно разрушается привычка употребления алкоголя. В состав препарата входят только такие растения, действия которых на различные системы организма выяснено в ходе научных исследований, и особенно были отобраны такие, в состав которых входят вещества, способные усиливать эффективность друг друга. Например, грипрейши – это известный тонизирующий организм грипп, который стимулирует процессы метаболизма и иммунитет, а также помогает тем, кого мучает бессонница и тревога. Благодаря имеющимся в его составе биологически активным веществам, грипрейши уменьшает вызываемые алкоголем перемены и помогает устранить характерную для употребляющих алкоголь тревогу. Или взея, которую в народе называют алтайским чудом, и которая излечивает человека от 14 болезней и наполняет его молодостью. Это издревле известное растение, биологически активные вещества которого восстанавливают духовную и физическую работоспособность и помогают при функциональных расстройствах нервной системы. Фацекс не вызывает плохого самочувствия, если в процессе применения будет нарушен режим воздержания. Поэтому препарат можно безопасно применять и в период, когда человек собственными силами еще не способен полностью сопротивляться зеленому змею. Но в этом случае самочувствие после употребления алкоголя будет лучше. Пищевую добавку Фацекс легко применять. Это специально созданный порошок из натуральных растений, из которого готовят напиток и употребляют его два раза в день, утром и вечером. Фацекс расфасован по пакетикам. Один пакетик на один раз. Курс применения Фацекс 27 дней. Курс применения можно повторять три раза без перерыва, и препарат не вызывает зависимости. Фацекс доступен в двух упаковках. Полный 27-дневный курс и дозы на одну неделю. Фацекс можно приобрести в аптеках, на домашней странице www.facex.lv или заказать по телефону, позвонив по номеру 20-151-747. Полный список аптек, в которых можно приобрести препарат, ищите на домашней странице. Восстанови себя с помощью Фацекс. Фацекс. И разум улыбается.